Входим в зону высадки, Кэп. Ну что, в выходные хорошо погуляли? Из моей компании в живых только я, а новых друзей нет. Подкатил бы Кристи, чисто по статистике не откажет. Потому и не подкатываю. Стесняешься или страшно? Дел по горло. Он хоть с парашютом? Нет. Ему ни к чему. Я вступил в щит, чтобы защищать людей. Капитан, чтобы сделать мир чище, иногда нужно поработать метлой. Не всем это по душе. Вы готовы открыть миру свое лицо? Выгляните в окно. Вы знаете правила игры. Хаос, война. Все решает один шаг. Мы нейтрализуем угрозы до их возникновения. То есть наказание идет до преступления. Щит нацелен на результат. Это не идеальный мир. Это не свобода. Это страх. У тебя нет права на ошибку. Пока мы не начали. Никто не хочет выйти. Ваша работа – это дар человечеству. Великий подвиг. И я прошу вас его повторить. Твой выход. Пора.